Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Воронским. Давайте вместе откроем эту землю. Долина реки Бельбек. Там, где речка вырывается из горных ущелий к прибрежным холмам, скалы широко расступаются, словно пропуская Бельбек в его неудержимом стремлении к морю. Если внимательно присмотреться к этому величественному пейзажу, то на вершине одной из скал вдали можно заметить крошечную белую точку. Это стены средневековой башни Сюренской крепости, что господствует над речной долиной уже более 1000 лет. Путь к ней не близок и крут, но его стоит преодолеть, потому что на этом пути нам встретится немало интересного. В Бельбекской долине буквально каждая складка земли хранит те или иные воспоминания о далеком прошлом. Взять, к примеру, эти природные скальные навесы у дороги, давно закопченные пастушескими кострами. Когда археологи копнули под этими навесами поглубже, они обнаружили под землей следы древнейшего человеческого поселения в долине возрастом до 20 тысяч лет. Если пройти по дороге далее, взору откроется живописный уголок, деревушка в неглубоком ущелье, над которым нависли три скалы-близнеца. Скала справа называется Джиниче-Бурун, средняя – Айтадор, а слева – Кулле-Бурун. В некоторых местах под отвесными обрывами трех скал разбросаны огромные глыбы, сорвавшиеся после камнепадов. Глядя на них, становится понятным, почему располагавшееся в старину под обрывами село называлось Ташбасты или Ташбаскан-Кой, то есть деревня, раздавленная камнем. В этом названии без сомнения запечатлелась некая давняя природная катастрофа. При каждой из трех скал, что возвышаются над селом, располагается тот или иной исторический памятник. У подножия Джиниче-Бурун расположены большие тарапаны, то есть вырубленные в скале каменные чаши, в которых местные жители в средние века давили выращенный ими виноград. В пестрых скалах Айтодора разместился средневековый греческий монастырь с вырубленными в скале храмом и монашескими кельями. А на плоской вершине Кулле-Бурун возвышается Сюренская башня, та самая, которой и лежит наш сегодняшний маршрут. Мы поднимемся к башне с обратной стороны горы, для того, чтобы по пути взглянуть еще на две загадочные достопримечательности здешних мест. После долгого и крутого подъема тропа выводит к отвесным скалам у самой вершины. Если хорошенько поискать, на каменной поверхности можно различить едва заметный рисунок, выполненный красной охрой. Он состоит из двух фигур.
Правая изображает человека, сидящего верхом на быке. Кажется, он замахивается копьем на левую фигуру, определить которую сложнее. То ли это опрокинутый недорисованный бык, то ли второй человек в широком одеянии. Этот рисунок очень похож на знаменитые росписи ущелья Таш-Агир, о которых я уже когда-то рассказывал в одной из прежних передач. Там, как помнят зрители, на скале тоже изображены фигуры животных и вооруженных людей. Таким образом, если у росписей Таш-Аира и этой скалы действительно были одни и те же авторы, то возраст этой картины с охотой на быка мог бы приближаться к 4000 лет. А совсем неподалеку расположено еще одно изображение. Это высеченный на скале контур, напоминающий голову и плечи человека в своеобразном ожерелье, но без лица. В отличие от рисунка с быком, похожих изображений мы не увидим ни на Таш-Аире, ни в Крыму, ни вообще на европейском континенте. Ближайший аналог находится лишь в Африке, на скалах Тассили-Наджер посреди Сахары. Там, среди сотен наскальных рисунков зверей и людей, созданных от 2 до 8 тысяч лет назад, тоже можно найти человекоподобные фигуры с ожерельями и без лиц. Ученые пока что затрудняются пояснить, как и когда это изображение могло появиться на скалах Бельбекской долины. Мечтатели и романтики уже поспешили объявить подобные фигуры автопортретами инопланетян в космических скафандрах, но, конечно, ответ на загадку лежит не в полете фантазии, а в дальнейшем научном изучении подобных изображений. Наконец, уже на вершине, лес расступается и открывает роскошный пейзаж горного Крыма. Среди красок осеннего леса сверкает белыми стенами башня Сюренской крепости. Это ее мы видели как крошечную белую точку снизу, в самом начале пути. Общая протяженность крепостных стен составляет около 100 метров, а высота их достигает примерно 5. В стенной кладке зияет полуобрушенный проем. В нем когда-то находились въездные ворота. Круглая башня с южной стороны сохранилась очень хорошо, но с северной ее стены сильно разрушились и уже в наше время были укреплены бетонными подпорками. Внутри башня была разделена на 2 этажа. Нижний был приспособлен для обороны, и в его стенах было устроено несколько узких бойниц. А чуть выше заметны выемки для толстых деревянных балок, на которых покоился пол 2-го этажа. Выход на 2-й этаж был устроен снаружи по каменной лестнице, которая не сохранилась до наших дней. На стенах 2-го этажа заметны остатки штукатурки и росписи. Различить их сюжеты сейчас уже практически невозможно, но в 19 столетии, когда росписи были в гораздо лучшем состоянии, художники успели зарисовать их. Это были иконы в византийском стиле 13-15 столетий. Напрашивается вывод, что во 2-м этаже башни была устроена церковь. Такое предположение подтверждается и наличием нескольких могил, вырубленных прямо в скале у самого подножия крепостных стен. Когда-то каждая из них была накрыта толстой каменной плитой. Если пройтись вдаль по скальному мысу от стен и от башни, дух захватит от грандиозного пейзажа, что во всю ширь до самого моря развернется под обрывом. Становится понятным, почему древние строители избрали для сторожевой башни именно это место. Отсюда можно зорко наблюдать за огромным пространством. Узкая полоса этого скального мыса когда-то была плотно застроена различными зданиями. Об этом свидетельствуют и остатки фундаментов, давно поросшие лесом, и вырубки в скале, предназначенные для балок и бревен, которые поддерживали какие-то деревянные сооружения.
Итак, в расположении этих руин можно прочесть следы небольшого городка, что стоял между двумя пропастями и был защищен крепкой стеною и круглой башней. Но кто же построил этот город и кто жил в нем? Ни в ханских, ни в царских документах ответа не найти, а более ранние византийские источники по этому вопросу и вовсе не сохранились. Однако не все так безнадежно. В 1565 году в столице Османской империи побывал австрийский посол Огир Гислен де Бузбек. Среди прочих своих встреч в Стамбуле он познакомился и с двумя жителями Крыма, что приехали ко двору султана с какими-то прошениями. Внимание посла привлекло то, что эти люди владели наречием, похожим на шведский или немецкий язык. Де Бузбек стал расспрашивать крымских гостей о народе, которому они принадлежат. В ответ собеседники рассказали, что их народ воинственен, и что когда крымский хан отправляется на войну, они посылают ему на подмогу 800 своих пехотинцев. «Наш народ, — продолжали они, — проживает во многих селениях Крыма, но главными своими городами считает Манкуб и Сцеварин. Манкуб — это, конечно же, укрепленный город на горе Мангуб, стоящий всего лишь в 5 километрах отсюда. А Сцеварин — это, по мнению многих исследователей, не что иное, как Сюрень, то есть та самая Сюреньская крепость, которую мы только что осмотрели. Народ же, с представителями которого встретился в Стамбуле Огир Гислен де Бузбек, были, по всей видимости, потомками живших когда-то в Крыму древних германцев — готов. В 3 веке нашей эры готские племена двинулись из Скандинавии в поисках новых земель в длинный путь на юг. Пройдя от Балтийского моря до Черного, они остановились у Днепра, а оттуда добрались и до Крыма. Вскоре под напором гуннов готам пришлось уйти дальше, в Южную Европу, но малая их часть навсегда осталась на полуострове. Археологи до сих пор находят в крымской земле бесценные произведения готской культуры. Например, в музеях очень ценятся готские пряжки с орлиными головами, а также фибулы – своеобразные застежки для плащей. Те готы, что остались в Крыму, приняли впоследствии византийское христианство и постепенно смешались с соседними народами – аланами, греками и другими. И хотя готы никогда не составляли большинства населения в Крыму, в память об этих древних завоевателях всю горную часть полуострова в средние века часто называли Готией. Жители Крымской Готии были союзниками византийских императоров, и те помогли им построить в Крымских горах многочисленные крепости, в том числе и эту, Сюреньскую. Первое укрепление на здешнем скальном мысу появилось в 6 веке, а в своем окончательном виде эта крепость, вероятно, существует с 10 столетия, то есть уже 1000 лет. Видимо, некоторое число потомков готов еще долго сохраняло свой язык. Ведь время от времени, хотя и не часто, разные европейские путешественники свидетельствовали о проживании в Крыму германоязычного населения. В 1475 году вся территория Крымской Готии была покорена Турцией. После этого определенная часть ее жителей перешла в мусульманство, их потомки влились в состав крымских татар. К ним и относятся последние свидетельства о присутствии готов в Крыму. Побывавший в Крыму в конце 18 века польский историк-епископ сообщал, что в отдельных крымско-татарских селениях все еще встречались люди, владевшие каким-то германским диалектом. Причем последние носители этого диалекта, старики-мусульмане, вспоминали, что их предки когда-то были христианами. Впоследствии разные исследователи еще не раз направлялись в Крымские горы на поиски готского следа в истории Крыма. Они искали наследие готов во внешнем облике крымских горцев, татов, среди которых порою встречаются люди со светлыми, словно у скандинавов, глазами и волосами. Они усматривали готские влияния в архитектуре татских деревянных жилищ, напоминавших скорее северные избы, чем бахчисарайские или ялтинские дома. Они выискивали корни готских слов и в исторической топонимике, и даже в фамилиях людей. Вывод из всех исследований напрашивался один.
За 1500 лет своего пребывания на полуострове потомки древних германцев без остатка смешались с соседними народами. Их кровь, безусловно, течет в жилах некоторого числа крымских татар и крымских греков, но что касается готского языка и культуры, то они утрачены очень давно и безвозвратно. Сюренская крепость, древний готский Сцеварин, была построена для наблюдения за Бельбекской долиной и для защиты ее. Уже давно ушли в историю построившие ее правители и народы, а молчаливый каменный часовой все стоит, выпрямившись над бездною, на страже своего волшебно прекрасного края.